Корабль по морю плывет, зовется чайный котелок. Ревут ветра в воде, карман, но нам буря не страшна. Скоро Валерман придет, он сахар и чай ром принесет. Лишь прозвучит отбой, мы все пойдем домой. Две недели не прошло, один кит вышел на него. Собрал всех вместе командир кита взять на буксир. Скоро Валерман придет, он сахар и чай ром принесет. Лишь прозвучит отбой, мы все пойдем домой. Спустил, как хвост кита, их зацепил весь экипаж. Схватил его, а кит ушел на дно. Да, скоро Валерман придет, он сахар и чай ром принесет. Лишь прозвучит отбой, мы все пойдем домой. Не порван трос, кит не убит, ни жадность им руководит. Он настоящий китобой, а кит их за собой. Скоро Валерман придет, он сахар и чай ром принесет. Лишь прозвучит отбой, мы все пойдем домой. Все 40 дней кит тянет трос, у корабля кренится нос. 4 лодки за бортом, ему все нипочем. Скоро Валерман придет, он сахар и чай ром принесет. Лишь прозвучит отбой, мы все пойдем домой. Я слышал, битве нет конца, не порван трос и нет кита. А Валерман все по волнам спешит навстречу к морякам. Валерман придет, он сахар и чай ром принесет. Лишь прозвучит отбой, мы все пойдем домой. Скоро Валерман придет, он сахар и чай ром принесет. Лишь прозвучит отбой, мы все пойдем домой. Угу. Ну, как только прозвучит отбой, так мы и пойдем обязательно. Но пока не звучит, вот пока вот все пока нет. Пока еще нет. Пока мы говорим, что шоу продолжается. Да-да-да. Вот так вот, значит, тогда...